Вы сегодня на канале? Нет, я сама. Из Сони мы сделаем красивую веселую аппликацию на морскую тематику. У нас есть трафарет. Вот он. Не очень его видно, но понятно. Ну, если на столе, я думаю, на коричневом будет лучше видно, мама. Вот он, трафарет. О, понятно. Это трафарет. Здесь есть крабы, пальмы, рыбы. Как начнем разукрашивать, сразу увидим форму. Соня, да? Будет рисовать кисточкой, да, Соня? А я буду рисовать вот такими спонжиками. Спонжики у нас тоже необычные. Они фигуристые. Это дельфин. А вот это ракушка. Это ракушка. Это у нас, наверное... Лапка. Похоже. Это, наверное, какой-то осьминог. Осьминог, наверное. Это не осьминог, это такой след. След? Может, это краб? Морской след. Это... Пальма. Пальма, похоже. А может, это и не пальма. Может, это фонтан, брызги. Пальма! Это кораблик. С корабликом. А вот такая маленькая рыбка еще есть. Давайте начинать. Кит. Давайте начнем. Давай, Соня, что ты будешь сначала рисовать? Тебе вот нужно это. Открыть краски. Что это? Как это называется? Это пальма. Это пальма. Такие жидкие краски. У нас есть краски акварельные. Сначала нужно кисточку намочить. Она сухая сейчас. Смотри. Держи ручками. Вот здесь трафарет, сама придерживай. И рисуй кисточкой, да, вот так. Мама, не держи мне трафарет, это мой трафарет. Молодец. Придерживай кисточку. Так. Пока Соня рисует пальму, я сделаю из губки какой-нибудь рисуночек. Я вот взяла... Давай попробуем. Что это у меня похоже? Звезда. Звездочка морская. Попробуем сделать морскую звездочку. Какого цвета будет? Сейчас мы ее красным цветом. Так, нам нужно намочить водичкой. Соня, у тебя получается? Пальма получилась только. Сейчас посмотрим. Сейчас аккуратно нужно поднять трафарет вверх. Аккуратно, не сдвигая, нужно... Стоп. Аккуратно, нужно вот отсюда его поднимать. И получается... О! У меня пальма. Получается получилась пальма. Ух ты! Что следующее ты хочешь нарисовать? Вот этот кружочек. Этот кружочек. Хорошо, а что это за кружочек? Где он будет? Здесь, здесь или вот здесь? Может, здесь кружочек? Нет, кусок вот здесь будет. Смотри, тогда нам нужно переместить трафарет. Вот сюда. Аккуратно, чтобы не наслоить свой рисунок пальмы, потому что пальма еще не высохла. Кисточку не забудь помыть. Возьми. Помыть? На. У тебя все желтое ж не будет, правильно? Вот еще зеленое. Есть еще краски акварельные. Бери. А это какие краски, мама? А это краски, наверное, масляные. Гуашевые. В маленьких баночках. Мама, у меня все чисто. Смотри, вода чистая, а кисточка сама коричневая. Каким цветом ты будешь кружок рисовать? Кружочек, смотри, я тебе сколько открыла. Я пока попробую нарисовать коралл. Ну-ка, сейчас посмотрим. Какой у меня получится, интересно, коралл. Может быть, на твоей картине нарисовать коралл? Не хочу. Давайте, мама, ты нарисуешь на своей, а Соня на своей. И сравним, у кого картина будет красивее. Сейчас мы... Оп! Придавим. Ой! Вот какой коралл симпатичный получился. Красиво. Сейчас мы их несколько сделаем. Морских звездочек. Или кораллов. Хочешь, тебе добавлю, Соня? Не хочу. Я хочу сделать вот этот кораблик. Кораблик. Смотри, чтобы сделать кораблик, отставляем кисточку. Окунаем его в воду. Воду опускаем. Потом каким краски, цветом, да? Будет кораблик? Я пока трафарет выбираю. Кораблик будет вот этим.
Зачем? Нет, лучше возьми акварельный, Соня, легче будет макать. Давай вот эту желтенькую. Желтенький? Этот. Ну давай, опускай в краску. Помоги, мама, чтобы кораблик полностью... Весь. Полностью все, был желтый. Все нужно заполнить. Всю поверхность. Всю поверхность желтой красочкой. Так, а теперь... Или весь объем. Да, губки. Теперь прижимай. Все, сюда. Где кораблик хочешь нарисовать? Так. А я нарисую память. Ой, ну-ка, Соня, посмотрим. Получился? Получился кораблик, посмотри, папа. Ага. Я нарисую пальму. У меня пальма будет зеленая. Мама, а там мой туалет. Ну, не жадничай. У меня не жадничай, есть. Соня. У тебя же пока губки есть. Ты пока рисуешь кораблики губкой, а я рисую... Соня, может, возьмешь, например, кита? Давай кита нарисуем. Держи. У нас кит должен... Синего кита, давай сделаем. У нас кит должен плавать по морю, Соня. Вот, наверное, морские волны. У Сони там какой-то, мама, наверное, пирс. Там одни корабли. Чтобы нарисовать море, а это, наверное, чайка какая-то, да? Птица. Давай нарисуем тебе море. Нет, это мое, мой листок. Ладно, хорошо. Коричневого нету. Будет черный ствол. Будет черный ствол. Вот черный, мам. Акварельный. Да. Соня, ты будешь кита рисовать? Не хочу. Ты будешь только кораблики рисовать? Нет. А что еще? А давай дельфина, рыбок хочешь? Рыбок нарисуем. Ой. О, молодец. Много. Мама, что сейчас, теперь? Сейчас Соня делает краба? Да, сейчас Соня хочет нарисовать крабика. А ты что будешь делать? А я еще раз нарисую много-много морских звездочек. Ну возьми у дельфина. Потом сделаю себе дельфинчика. Вот так. Акварелевыми лучше получается. Угу. Возьми акварелевыми. Не давай получается. Мне звезду. Морскую звезду мы сюда вот так перевернем. Возьми лучше дельфина, нарисуй синего дельфина. Придерживай трафарет, у него то съедет. Это кит у тебя, ну бери кита. Кит. Да. Так, теперь его надо... Синий цвет. Макнуть. О, а у Сони там уже целое морское дно. Да. Это фиолетовый краб какой. Фиолетовый краб. О, какой красивый краб. Молодец, старайся обводить. Нужно не забыть аккуратно поднять вверх. Трафарет. Свой трафарет, а то сдвинется картинка и не получится рисунок. Надо смочить. Морское царство целое тут. Да, смочить. Морское Ой, тут царство. Еще случайно задевается черная краска. Ничего. Надо аккуратно это все. Ну-ка, мама, давай. Дело делать. Так, где у нас будет плавать кит? По небу будет кит плавать, вот так. Да? Везде надо прижать. Оп. О! Ну, почти получился кит. Хороший получился кит. Соня, краб у тебя уже получился? Еще нет. Еще вот краешек остался. Ну, давайте аккуратно поднимать, мама, аккуратно поднимать трафарет. Помоги, пожалуйста, Соне. Все, можно твой трафарет поднимать? Нет, еще. Еще не дотянулась. Соня, толстым слоем. Это чтобы прям ярким слоем. Да. Еще у меня есть для дельфина фонтан, который... Все, Соня, ну давай, поднимайте трафарет. Все? Аккуратно. Можно поднимать? Нет, еще. Вот, нужно уже поднимать. Давай, кисточку. Вместе давай поднимай. Кисточку подним. Помоем, клади ее сюда. Кисточку сюда положим, сполоснем. Вместе поднимаем. Аккуратно, аккуратно. О! Ой, какой краб получился. Симпатичный. Очень насыщенный получился краб. А мне надо сюда фонтанчик. Я сейчас себе сделаю фиолетовый фонтанчик. Это моя кладка. Не жадничай. Не жадничай, Соня, возьми какую-нибудь губку. О, гляди, какой у меня фонтанчик, дельфинчик. Я хочу рыбку. А вот этот рыбка, а вот это кораблик, давай сделаем. Где будет рыбка? Я хочу рыбку.
Где будет жить рыбка? Вот здесь? Да. Каким цветом, Соня, будет рыбка? Забираем сюда. Вот этим. Тоже фиолетовая? Да. Там еще остался баночки фиолетовый. Да. Бери кисточку. Кисточки там уже есть фиолетовые. Смотри, Соня, мамы разнообразные цвета какие. А у тебя желтые и фиолетовые преобладают, да? Да. Ну, так хочется, Соня, сегодня сделать морское дно. Нет, не дно, а целое царство. Царство. У меня зеленый цвет. Ой, царство. Ой, краски мало. Еще неудобно туда опускать эту губку, пончик. Ну, смотри, мама, Соне все удобно. Смотри, как у нее получается. Ага. Да, Соня? Какие-то у меня получились. Это какие-то водоросли. Водоросли. Смотри, Соня, у мамы водоросли получились. Да. Вот они, зелененькие. Так. Ну что там твоя рыбка, Соня? А еще у меня моя рыбка еще не готова. Еще не готова, да? Она еще там белая. Ну делай, делай. Я пока сделаю. Она плачет. Там плачет? Она плачет. А почему? Как маленькая. Как маленькая? А что случилось, папа, Соня? Смотри, какой веселый у меня. О, мама, замечательно. Супер. А теперь я хочу нарисовать маленькую-маленькую золотую рыбку. Она у меня будет желтого цвета. Золотая. Ай, красота какая. Так, что-то мне не получается в такую маленькую баночку. Ну, вон в акварельные. Я сейчас буду пальцем. В акварельной тоже мало краски, оно не получится, мало краски в акварельной. Ну, хорошо. Так. Все, моя лапка готова уже. Мама, помоги. Сейчас я закончу это дело делать. Вот у меня тут... Молодец, Соня, помой кисточку. Ювелирная работа. О, все. Ну, давай посмотрим. Рыбка... Что, сделать рыбку? Ну, давай, давай посмотрим. Так... А потом сравним твою и Сонину. Ага. У меня лучше картинка. Да? Ой, золотая рыбка супер. А у Сони? А у Сони? Сейчас мы еще вторую плёнкнем. Подожди, подожди, подожди. Не сдвигай. Ой, это неудачно. Я не буду с ним. А у Сони? Мама. Давай вместе. Готова? Давай. Поднимаем, поднимаем. О! О! Замечательная. Замечательно. Я думаю, что нам надо немножко трафарет почистить, потом еще что-то нарисовать, да? Да. А вот еще... Трафарет чистый, Соня, что ты хотела нарисовать? Дельфина. А, дельфина. Теперь на Соня губке. Хочет на губке нарисовать. Я предложила кисточкой. Ну, может быть, конечно, получится наносить. Сейчас насыщенный цвет опять у Сони, да? Наносить кисточкой на губку. Ну, посмотрим, что будет. О. Мне еще один. А у тебя кит получился. Кит. Да. Мама, у тебя какой-то рай для рыбака получился. Понимаешь? Одни, очень одни насыщенные. Золотые рыбки. Насыщенные. И морские звездочки. На один квадратный метр. Ой, на палец себе. Ничего на страшного. Да, ничего страшного, Соня. Нанесла на палец. Ну, это не страшно. Потом помой себе пальцы. Да, мы потом помоем. А! Ну-ну-ну. Так, ну что, дельфин готов? Готова. Нанесла красочку, все заполнила? Все, что белого не было. Всю поверхность. Еще не заполнила. Ну, еще будет фигня. Что мне еще можно нарисовать? Я может думаю, быть, тебе, чайку уже, тебе уже хватит, мама. У меня уже места нет. Рисовать. Ну, можно чайку вот тут вот в углу. Помогай Соне. Ну-ка, Соня, уберите, уберите стаканчик, не видно. Прижми. Так. Вот прям ладошкой можно пришлепнуть. О, ой, какой красивый дельфин. Красивый, да. Молодец. Еще один. Пришлепни хорошо ладошкой. О. Двойной. Двойной дельфин. Дельфин. Дельфин и его тень. Да. Давай еще нанесем краски. Будешь еще делать дельфина? Давай. Только не пальцами, мама. Не пальцами, а это кисть. Моя краска, как маленькая. Ладно. Я хотела пальцем, а ты... Мама, что ты как маленькая?
Не видишь? Теперь у нас будет красного цвета дельфин. А-а-а. Соня решила его нанести. На него нанести красную красочку, да, Сонечка? Пробуем. Слой поплотнее, да, Соня? Хвостик. Чтобы наверняка. Плавники. Все намазываем, да? Да. Чтобы нигде не осталось места белого, да? Чтобы получился обыкновенный дельфин красный, а не белое, какая-то чернила. Да, давай, еще, маш. Вот. И еще немножко осталось, и можно будет уже переворачивать его. Так. Отлично. Я думаю, достаточно, Сонь. Хватит, эту краску сейчас закончится, и больше не нарисуем ничего. Ой. Ничего страшного. Убираем кисточку, пробуем, переворачиваем дельфинчика. Где? Можно здесь, вот смотри. Места много. Аккуратненько шлепаем. Прижимаем. Вот так вниз. Да. Отлично. И аккуратно поднимаем губку вверх. Так. О! Отлично, дельфин. Классно. Ну что, мама, показывайте рисунки. Давай, теперь отставим губку. А я буду оценивать, у кого лучше получилось. Показываем теперь. Соня, показывай свой рисуночек, пожалуйста. Ты хочешь что-то еще добавить? Что ты хочешь сделать? Пальчиками что-то хочешь добавить. Пальчиком нарисовать? Кружок. Кружок. Это для красоты, да? Это будет какой-нибудь морской коралл круглый, да? Да, а вот смотри, с ответвлениями. Все, доделываем. Коралл. Это же получается какой-то камень. Не похоже, да, Соня? Красного еще. Все, достаточно. Домой, все, мы красочки уже закрываем. И сейчас мы покажем, что у нас получилось. Соня, показывай свой. О, еще и зеленый. Это водоросли, да? Да. Соня, ты прям как диджей. Двумя руками. На пульте. Красочки можно. Смотри, мама, Соня диджей. Молодец. Оп-оп-оп. Молодец. Ну что, переворачиваем наши рисунки. Ты будешь свой рисунок переворачивать? Ничего страшного, мы потом ручки помоем. Бери за рисуночек. У меня получился вот такой морской пейзаж. Ага. У мамы много водорослей, пальмы. Да, у меня киты, тут пальма, киты, золотые звезды. Рыбки, звездочки. Красивые. А, Соня, теперь давай твою картину посмотрим. Что у тебя нарисовано? Там у тебя и пальмы есть, да? Показывай. Покажи. О! Вот, это вот такая картина у Сони получилась. Пальмы здесь, краб. С дельфинчиками, да? Краб, дельфинчики получились. И два камня, красный и зеленый, да, Соня? Это не камни, это что? Кружочки. А, это просто кружочки. Вот это просто камни. Кружочки. Ну что, мама, жюри решила, что у Сони рисунок красивее, да, Соня? Мама, что? Вот так, да, надо развернуть. Вот так нужно развернуть. Ну что, я думала, что Сонин рисунок красивее. Смотрите, папа, смотри, какой у него тут пейзаж. Да, несмотря на то, что у мамы очень насыщенный и яркий по цветам, у Сони больше смысла, да, в рисунке. Вот такие у нас замечательные рисунки получаются. Вы можете придумывать свои с помощью вот таких вот спонжиков и... Делать рисунки на разные тематики. Тематик может быть очень много, да, мама? Рисуйте, творите. Ну что, Соня, скажем пока? Пока. Всем пока. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Ставь пока. Лайк.